Начинаем тренировку, начинаем тренировку, начинаем ее. Ра-та-та-та-та-та-та-ра, ра-бу-ду-ба-ди-би-да-э-дам, та-ба-та-э-да-ри-би-да-э-дам, та-та-та-та-та-та-дам. Мы с раскачки, мы с раскачки. Начинаем тренировку, начинаем подготовку. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Чам-джири-бири-бомба. Рап-чу-ру-ба-ри-бам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ли-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Итак, такие, для того, чтобы проснуться, просто, чтобы проснуться, три подходика. В охотку без фанатизма. Фанатизм тут не нужен. Это же организм. Разомнем, так сказать, чресалы. Лап-чу-ру-ба-ри-би-дом-джа, джап-чу-рум-ра-ри-би-джом-джа, джам-ба-ри-ба-ри-би-джом-джа, джам-джа-ри-ба-ри-би-бом. Лап-чу-ру-ба-ри-би-дом-джа, бом-ба-ри-ба-ри-ба-бом-ба. Давненько я не замерял силу бивнерезов в строжайшем подъеме на бивнерезы. Они же бивни, они же бицапсы. Ну, у кого что. Пройдемся. Прикидочка, прицелочка. И пара-пара-па.
10, 20, 30, 40 килогерц. 40 килогерц! Нормалек. 40 килогерц. Та-да-да-да-да. 47 килогерц. С гиком набросимся на этот вес. Итак, полтосик. Поднимаю, я доволен. Не поднимаю, тоже доволен. Но если поднимаю, больше доволен. Подтянем штаны. Вес меня утянул. Вес меня утянул. Надо будет ногами сейчас зацепиться. Зацепляемся ногами. Обхватываем. То есть вот так. Зацепились ногами. Чистая победа! Полтосик! Это вам не бабосик! Чистая победа! Так называемая заминка. Сброс напряжения. О, 31,5 килогерца. Ну пускай там пол килогерца висит. Как я и думал, 30 килограмм. Разминочка.
есть. Ну что, тоже тразиков на 10, а потом по пятачку. Привет. О, нашла. Где ж ты ее нашла? Молодец. Вот это вы молодцы. А я потерял, искал. Ночами плакал. Не знаю, куда же делась. А вы нашли. Вот молодец. Ой, вот ты такая глазастая. Ой. Да, у меня шейка такая. Я просто вне себя от тебя. А где ты ее бросил? Да ладно. А где ж вы ее нашли? А, мы копали, когда хотели закопать. Ага. Кое-что. И что? Цветок. И увидели, да? И увидели, что такая крышка лежит. Становись. Угу. Циферки знаешь, сколько тут? 2, 1, 8. 21 килограмм 800 грамм. Уходи. А сейчас сколько дедушка будет весить? Вау, ну-ка посмотри. Наверное, больше меня. Смотри, сколько дедушка весит. Говори. 0,5, 8. Один забыла. 105 килограмм, 800 граммов. Вау. Вот такой, да? Эти хочешь купить? Молодец. Гантели, да? Опа. Ох, хорошо. Ну посмотри, как я поднимаю. 20 килоберц. Тут практически столько в каждой гантели. Сколько ты весишь? А в этой даже больше, чем ты весишь. О! Подтянула когда? Видал. Ну, смотри. Я поднимаю. На 5 раз. Там бабушка занимается, чем ты знаешь, что выглядит. Нет, я могу позанимаюсь. Ну давай, занимайся. А хочу посмотреть, насколько она сильная. Да. Хорошо. Это упало с этого. Да, она только упала сюда. А я думаю, дайте. Мама с Янчиком начали грести, да. И крышку я. Вот она. И вот от этой как раз камеры. Надо же. Молодцы. Ну посмотрите, как деда поднимает. Веш каждый отель. 16 килограмм. Дедушке сказал, какую ты гирю подняла. Она твою синюю гирю подняла.
это 24 килограмма. Это, а я вам сказала, что 16. 24. 24 килограмма. Я один раз только. Ич, да. И все. Чуть не унесла. Вот эти вместе они весят 2,5 килограмма. Значит, 1 килограмм, 250 грамм каждая весит. Угу. О, пойди там позанимайся. Ты тоже будешь сжать, да? Ну давай. О, так, молодец. Давай. Давай, давай. Они не такие тяжелые. Ну да, да, тренироваться ж. Обычно тренируются с не такими же тяжелыми. А потом уже будешь потяжелее поднимать. Это хорошо, что ты занимаешься? Ну да. Занимаюсь. Видишь, а то слабый был бы дедушка, и что? Скажут ему там, принесли бутылку с водой, бутылку большую, а он ее принесет. Силу нету. А ты можешь большую бутылку поднять? Ну, я ж поднимал. Да. Так, ну давай. Потренировалась? Давай, теперь я. Сейчас. Добрались мы до гантелей 25 килограммов. О, 25 кг, это уже весочек солидный. Это уже весочек солидный. А я тебе расскажу, сколько я буду этого тянуть? Нормально я поднимаю? О, отлично. Вес взят. Угу. Вес взят. Нормальный. Ну да. А эти весные вообще нормальные. Да, это маленькие. Итак, без фанатизма. Разок другой, возможно, третий. Петрович, а ты фанатик. Кто говорил? Раз, другой, третий. А сделал на пять. Фанатик ты, батенька. Вот так вот и тренируемся. Ну и будь и хватит. Нас не захватят. А
разминаем через сало. Разминочка. И погоним. Не торопимся, не торопимся. Кстати, сегодня тренировка должна быть с 80 килограммами. Есть.
А чо, нічого. На вілі ставлю штангу. Штанга ставиться на вілі, тому вона вниз не проходить. Не попер. І так, штанга ставиться на жорстку конструкцію, от вона. Дальше вона особо не йде. І гониться, і не розрушається. А то тільки починаєш раз, а потім отак от. Раз, потім отак от. А то опа, і от так даєш. Жесткая конструкция. Это хорошо, когда начинаешь ее держать и накачивать в этом отношении движение. И, кстати, тут работает дожим. То, что надо, дожим. Где чаще всего атлеты тухнут. На дожиме нету сил. Тут как раз дожим. Работают трицепсяки. Это хорошо. Иду. Программа выполнена. Сразу же животик и за обед. На обед, за обед. Фу ты, ну ты. Жесткий тренинг. Thank you.
да и то это круглый.